Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, а также сотрудники ОМВД отметили важность шаговой доступности к новому участковому пункту. Это повысит безопасность жителей и позволит снизить уровень социальной напряженности. Я уверен, что с открытием этого участкового пункта полиции в этой локации будет безопаснее, а участковые уполномоченные, которые на постоянной основе здесь будут находиться, будут грамотно и своевременно реагировать на обращения граждан. Администрация оказывает содействие в создании участковых пунктов полиции. Алексей Спасский рассказал о преимуществах новых опорных пунктов. Их сейчас 13, это во второй в этом году. Предыдущий в апреле открывали в поселке Володарск. Это удаленная такая достаточно территория. И вот полгода, там чуть больше прошедшие, показали, что очень востребовано. Люди приходят, люди обращаются. И возможность не куда-то ехать, а действительно пешком там 5, 7, 10 минут дойти. Это очень-очень важно. На данной территории участковые уже назначены. Несмотря на то, что график работы сформирован, они всегда примут человека вне зависимости от времени обращения. Прием граждан будет осуществляться как и в приемные часы, так и в те дни и время, когда гражданин пришел. Соответственно, он также будет принят и выслушан. И если необходимость в этом есть, принят от него будет заявление. Ну, условия, конечно, на высоком уровне, как тут не радоваться, потому что имеется все необходимое для нахождения здесь чуть ли не круглосуточно. Ситуации, в которых мы разбираемся, носят разный характер, ввиду чего что-то можно решить за 5 минут, какие-то ситуации занимают, в том числе целые сутки. Где-то необходимо разъяснить правильно гражданам правильное положение в соответствии с законодательством, как им необходимо действовать, чтобы они прекрасно поняли и смогли разрешить свою проблему. Отделение пункта полиции сделано комфортным не только для сотрудников, но и для граждан округа. В участковом пункте полиции микрорайона Бутово-парк сделано все не только для взрослых людей, но и для их детей, которые могут провести время в игровой зоне, пока ждут своих родителей. Чтобы не было какое-то напряжение, потому что дети мало понимают, а когда они видят игрушки, они чувствуют себя защищеннее, безопаснее и так спокойнее. Долгожданное событие случилось в преддверии знаменательной даты. 17 ноября исполняется 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.